немножко про аргон дуговой сварки. Аргон-дуговая сварка для плавящего с вольфрамовым электродом. Такой уникальный способ. И, в общем-то, она в основном применяется при сварке изделий из нержавеющей стали или нержавеющей стали, титана и алюминия. Потому что обыкновенный материал в большом объеме, который используется, конечно, применяет обычную дуговую сварку плавящимся электродом или автоматом и так далее. А вот аргонодуговая сварка как дорогой способ вообще. Вообще она очень дорогая сварка. Можно я немножко расскажу про себя? Конечно. Про аргон. Вот. Первую машину, которую я купил, была ВАЗ-2106. Ее аргоном переварили весь кузов. Представляете, это начало 90-х годов. Влиял Гатчинский институт ядерной физики. Вот мне кузов машины переварили аргоном. Я просто подарил сварщику цветной телевизор. Ну это так. Это очень дорого было, даже по тем временам. Да. Так что вот. Вот. Закончится, правильно.